В Рязани началась обработка каштанов от минирующей моли. Работы будут проводиться дирекцией благоустройства города. О том, на каких улицах будет проводиться обработка деревьев, рассказал заместитель начальника управления благоустройства администрации города Рязани Елена Михарева. Дирекция благоустройства сегодня начинает обработку каштанов, пораженных минирующей каштановой молью. Минирующая каштановая моль – это такой вредитель, который поражает не только декоративный вид листьев, но и может стать причиной гибели всего дерева. Начинаем мы эту обработку. Начали. Сегодня уже прошла обработка на Первомайском проспекте. Сейчас мы начинаем обработку каштанов по улице Радищева, продолжим улице Свободы. И основным методом борьбы с минирующей молью каштановой является опрыскивание кроны дерева инсектицидными препаратами длительного действия.